Ну, вообще, наша встреча, она была такая достаточно интересная. Даже немножко так... В общем, чудно это получилось. Познакомились мы в академии, но до этого мы встречались в 4-й поликлинике. У нас была терапия, и я перепутала Владислава с его другом. Юля дежурила в раздевалке. Вот. И с ней дежурил от моей группы мой одногруппник Коля. Вот. Она, короче, ему помогала самостоялку написать по терапии. В общем, его поменяли. Он вернулся в группу, уже сидел до самого конца, до упора, до конца пары. Я в раздевалку зашел первый. Она мне спрашивает, ну, как оценка? То есть я другу помогала писать тесты, а потом перепутала его друга с моим молодым человеком. Ну, с Владом. Я такой посмотрел, ну, симпатичная девочка сидит. Думаю, ко мне, не ко мне, так удивился еще немножко. Вот. Ну, переоделся себе, ничего не сказал и вышел. Вот, что она подумала обо мне, ну, тяжело сказать. Ну, потом мы пару раз пересекались в академии, естественно. Ну, взглядами так смотрели друг на друга. Так улыбались немножко так друг друга, так как кокетство такого чуть-чуть. Вот. Но такой взгляд у нее был убийственный на самом деле. Ну, а потом нас, наш дружок, общий друг, он же боярин Коля, познакомил уже нас непосредственно. Я сразу набился в гости, типа, под предлогом, чтобы она мне помогла написать историю учебную по педиатрии. Вот, ну и потом он так немножко, даже не знаю, как сказать, ну, предложил написать, помочь написать ему историю. Ну, я говорю, хорошо, приходи, я тебе помогу написать историю. Он пришел ко мне домой, ну, мы немножко писали историю, а потом... Общались, очень мило общались, но тогда мы уже понравились, симпатия уже была, ну вот, так, собственно, и познакомились. Понравилось-то сразу. Ну такое чувство неописуемое. Ну, естественно, бабочки в животе, влюбленность, чувство окрыленности. Ну, вот, все так было воздушно, очень романтично. Заботливый, ну, он моя опора, щедрый, ну, он мое все.
нежная, она очень заботливая, очень милая. Она всегда поддержит в трудную минуту, она никогда не оставит меня в беде. Вот что бы это там ни было, или это большая проблема, или какие-то пустяки какие-то, она всегда со мной. Вот, она моя половинка, мое продолжение. Вот это самое ценное, что у меня есть.